Пришло время нам уже прийти к Слову Божьему. And now, dear friends, it is time for us to get into the Word of God. Я хочу еще раз поприветствовать всех тех, кто с нами сегодня в нашем интернет-служении. Once again, I want to greet everyone who's watching us through the live stream. Кто-то смотрит через свой телефон. Whether it's through your phone. Кто-то смотрит из нас на каком-то большом экране телевизора. Or on a big TV. Кто-то просто на компьютере. And some of you watching on a computer. Благословений всем нам. Blessings to all of us. Мы очень рады быть вместе с вами. We're happy to be together with you. Сегодня у нас, мы уже второй раз в этой такой ситуации странной, мы совершаем уже второй раз служение причастия по интернету. And this is the second unique time when we are taking part in communion through the internet. И сегодня я хочу немножко говорить об этом. And I'd like to speak a little bit about this. И не только об этом, я хочу говорить о том, что вот это причастие, оно... Это образ крови Иисуса Христа, который Он проливал за нас. But not just that, I want to talk about the image of God, of Jesus spilling His blood for us. Недавно я беседовал с одной сестрой, и она рассказывала, как и она рассказывала, когда началась вот эта вот коронавирус. Not long ago, I was speaking to a sister in the faith, and she was talking about her experience with coronavirus. И она говорит, у нее случился какой-то приступ страха, у нее случилась какая-то истерика. This situation with the coronavirus gripped her, and she was hit with a panic attack, almost hysteria. Она говорит, я уже вижу, как смерть ко мне, вот она уже вот, где-то в воздухе, она вот невидима, но она здесь уже, где-то рядом со мной. And looking at her, it's almost like there's an air of death around her. As a result of this fear. Она говорит, я стала каким-то, ну, джермофобиком, все вытираю, все, что могу делаю, целыми днями только этим и занимаюсь. She said, I became a germaphobe and I spend the whole day cleaning and trying to protect myself. Чуть ли вот этот спрейер или как клинер, чуть ли не глотаю его для того, чтобы как-то сохранить себя от этих вот микробов. I even almost consider drinking this disinfectant to kill these microbes. И случилось так, что она имела беседу с другой сестрой. And a time came when she spoke with another sister. И у той другой сестры хватило мужества задать ей прямой вопрос. And she had the idea to ask her a direct question. Она спрашивает, почему ты так боишься смерти? Said, why are you so scared of death? Скорее всего, у тебя не все правильно с твоим Господом Богом. Most likely, you don't have peace with God. Ты не имеешь вот этого мира с Богом. You don't have this peace with the Lord. Та сестра свидетельствовала позже, она, когда она покаялась пред Господом, в ее сердце пришел мир. And later on she gave a testimony that she repented and received peace in her heart. Говорит, моя ситуация совсем изменилась, она совсем изменилась. She said, my situation completely changed. Уже нету страха, есть осторожность, все как положено, но нету этого уже страха, эта истерика, она исчезла. I don't have any fear, of course I'm cautious, but I don't have any fear, it's been destroyed. И она говорила, она свидетельствовала мне, говорит, если, я знаю, что если я умру сегодня даже, And she gave me a testimony saying, I know that if I die now, я с Господом. I'm with the Lord. Я с Господом. I'm with God. И вот это вот понимание, что я с Господом, оно приносит в наше сердце мир. And this understanding, I am with God, it brings us peace. Один врач, он живет и работает в Италии, хотя он по национальности, другой национальности, он рассказывал. There was a doctor who's working in Italy, and he said, он утверждает, что он внимательно наблюдал за этим, что вот когда верующие люди готовятся к интубации или готовятся к смерти практически. He carefully observed and noticed that when Christians were approaching death and had the prospect of intubation, они все совершается в каком-то мире, в каком-то покое. They somehow had this peace about them. Но совершенно иначе с теми, кто не знает Бога. But those who did not know God were in a whole different place. Страх, истерика. Hysteria. В глазах просто ужас какой-то. Just terror in their eyes. Друзья мои, этот мир в сердце человека. Dear friends, this peace in the heart of a person. Он не приходит просто так. It doesn't come just so. Он приходит, потому что мы имеем мир с Богом. It comes because we have peace with God. Если я и ты, мы примирились с Богом, мы имеем мир с Богом,
Все иначе в нашей жизни. If you and I have been reconciled with God, our whole life has peace all over it. И этот мир приходит в нашу жизнь посредством смерти Иисуса Христа. And this reconciliation comes through the death of Jesus Christ. Апостол Павел говорит, потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Apostle Paul says in 2 Corinthians, because Christ reconciled the world to himself. Никто не может примирить человека с Богом. Единственный — это Иисус Христос. No one can reconcile humanity with God. It only is Christ. Но хочу сказать, дорогие друзья мои. And I want to say, dear friends. Был такой известный пастор, его зовут Дитрих, фамилия Бонхеффер. Это пастор, который противостоял Гитлеру и всей гитлеровской машине. There was an acclaimed pastor whose name was von Heffer, and he stood against Hitler and his great machine. Конечно, он за это был казнен. And of course, he was prosecuted for this. Но он внес в церковь или в христианство вот это понимание, что благодать не бывает дешевкой. But he brought into the church this concept that grace is not cheap. Grace is not cheap. Grace is not cheap. Благодать, а соответственно покаяние, а соответственно и примирение с Богом, оно мне и тебе, дорогой зритель, оно дается нам даром. The grace that we receive through repentance, it's given as a gift. Но оно не бесплатно. But it's not cheap. It's not free. Кто-то за него заплатил огромнейшую цену. Someone paid a high price for it. Благодать, покаяние, мир с Богом — это не дешевая вещь. Она имеет огромнейшую цену, и кто-то за нее заплатил эту цену. Grace, repentance, peace with God, it has a high price, and someone paid it. И заплатил эту цену Иисус Христос. And the one who paid it was Jesus Christ. Цена этой платы — это плата крови Иисуса Христа. The price of this reconciliation was the blood of Jesus. Писание говорит нам, Евреям 9 глава, 22 стих, там написано так. Без пролития крови не бывает прощения. In Hebrews 9:22 it says that without the shedding of blood there is no forgiveness. Друзья мои, запомните эту фразу: без пролития крови не бывает прощения. Friends, remember this: without the shedding of blood there is no forgiveness. Библия учит нас, и это закон такой, закон вечности, закон справедливости, говорит о том, что возмездие за грех — смерть. And the Bible teaches us this concept, and it tells us that the wages of sin is death. За всякую несправедливость кто-то должен заплатить. For every piece of corruption, someone must pay the price. Несправедливость, она, кто-то ее всегда оплачивает. And someone pays the price always for a lie. Оплачивает, иногда это оплачивает преступник, как говорил Антон Павлович Чехов, когда писал свое «Преступление и наказание». And sometimes the one who carries out this condemnation is the executioner. Иногда это оплачивает общество, иногда даже тот, который потерпевший, оплачивает, но кто-то оплатит вот обязательно вот это вот преступление. Sometimes society pays the price, sometimes the price is paid just by someone being patient, but someone always pays the price for sin. Мы говорим о наших физических таких преступлениях или несовершенствах нашей физической плоти. And we are talking about the sin in our physical lives. Но они всего лишь производные нашего греховного естества, нашего духовного состояния. But these are all reflections of our sinful nature and sinful spirit. И кто может оплатить вот эту вот огромнейшую цену для того, чтобы освободить род человеческий от зависимости от греха? And who can pay this high price that can redeem humanity's sinful spirit from sin? Единственный, кто имеет достаточно цены, кто имеет достаточно власти, достаточно силы, единственный, кто может оплатить это, Иисус Христос. The only one that has the power and the authority and the wealth to pay for it is Jesus Christ. Но помни, что принцип, который оплачивает все, оплачивает всякую несправедливость, это кровь Иисуса Христа. But remember this principle that it is the blood of Christ that covers sin. И Иисус Христос, Он тот, который заплатил Своей кровью за твою и мою свободу от влияния греха в нашей жизни. Jesus Christ is the one who paid the price of sin over you. Очень давно, где-то около 4000 лет назад, так получилось, что в целях сохранения жизни евреи переселились в Египет. And after thousand... For about 4000 years. For about 4000 years... then Israel was in Egypt.
Но случилось так, что египтяне потом сделали евреев своими рабами. And there came a time when the Egyptians took the Israelites as their slaves. Рабство, оно существовало и до этого случая, оно существовало на земле. And slavery existed up to this point already. Существовали подчиненные народы, племена, но такого, чтобы целый народ, целая нация, чтобы они были рабами, чтобы целая нация были рабами, такого, скорее всего, в истории это было впервые. Yes, it existed in different forms, but for an entire nation to be taken captive was something new. Египтяне очень сильно эксплуатировали евреев. Это притеснение огромнейшее. The Egyptians exploited the Israelites to a severe degree. Жизнь евреев, она стала невыносимой. The life of Israelites was empty. Я не историк, но имею подозрение. I'm not historian, but I have a... Я не историк, но имею подозрение, что вот эти пирамиды в Египте строились евреями, рабами. I'm not a historian, but I have the perspective that many of the pyramids that exist in Egypt were built by the Israelites. И когда евреи попросили у фараона, облегчи нашу жизнь, немножко убавь этой нормы работы. And when the Israelites approached Pharaoh and asked for some concessions to be made, фараон, наоборот, добавлял им норму, увеличивал нормы. Pharaoh instead gave them a higher workload. И я не совсем понимаю, как они могли это выдерживать. And I myself don't understand how they were able to bear this. Днем они должны были делать положенную норму кирпича. During the day they had a certain quota for bricks to be made. И где-то между этой работой они должны были искать материал для работы для этих кирпичей. But not only that, they had to find the material for these. И похоже, что они это делали ночью где-то или как-то не знаю, как они это делали, но они должны были искать материал для кирпичей. And it must be that they did this at the end of their workday because they were spending all day making these bricks. Отдыхать время не было, это приводило к полному истощению народа. So they had no time to rest and it exhausted the whole nation. И народ возопил к Господу. And then the nation cried out to God. Друзья мои, есть Господь на небесах. Friends, there is a God in heaven. Я не имею никого в виду и никого не хочу обидеть, но каждый из нас, мы знаем свое сердце. And I'm not speaking about a specific person, but we can look at our hearts. Если ты один из тех обидчиков или из тех, кто поступает несправедливо, эгоистично, нехорошо с другими людьми. If you are one of those people who is full of pride and doesn't treat other people with respect. Помни, что есть Господь на небесах. Remember that there is a God in heaven. Странно, но одно из его имен справедливый. It's interesting, but one of his names is righteous. Just. Справедливый с большой буквы, справедливый Бог. Just with capital letters, a just God. И как говорит один мой друг, говорит, ни одна слеза вдовы или сироты, упавшая на землю, даром не пройдет. And it's been said that the tear of an orphan or a widow is never ignored. И пока я и ты, мы имеем возможность исправить свое положение на этой земле. And while you and I have the opportunity to fix our situation here on earth, сделай то, что правильно перед людьми и перед Богом. Do what is just before people and before God. Так вот, тот Бог, который на небесах, когда творил человека, он не предусматривал, чтобы человек порабощал другого человека. And the same God who created humanity, he does not want humanity to destroy itself. Бог, который творил человека, никогда не творил его быть рабом. God never created people to be slaves. Он творил человека быть свободным. He created mankind to be free. Рабство, грехопадение, порабощение — это результат грехопадения человека. Slavery and everything that comes with it is a result of the sin of humanity. Поэтому Господь ненавидит рабство. And so God hated slavery. Господь любит раба, но ненавидит рабство. He loves the slave, but he hates slavery. Господь любит грешника, но ненавидит грех. God loves the sinner, but he hates the sin. К тому времени евреи как нация или как народ были в очень подавленном состоянии. And in that time, the nation of Israel was in a place where they were being crushed. У них уже не было ни физических, ни духовных, ни моральных каких-то сил, ни каких-то национальных внутренних ресурсов для того, чтобы составить или создать какое-нибудь освободительное движение. They didn't have any physical, spiritual, or even moral strength. They didn't have any resources to pull them up out of their situation. И сам Господь вступается за свой избранный народ. And God himself steps in for his chosen nation. Друзья мои, но не забываем, без пролития крови
не бывает прощения грехов. But dear friends, let's remember, without the shedding of blood, it's impossible to forgive sin. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Without the spilling of blood, forgiveness does not come. Может, кому-то из нас покажется как-то странным то, что я говорю сейчас. This might seem a little strange to some of you. Но без пролития крови не бывает освобождения от результатов греха. But without the shedding of blood, there is no redemption from the consequences of sin. В том числе не бывает освобождения от рабства. And there is also no relief from slavery. Об этом говорит Писание, и этому учит нас история. That's what Scripture tells us, and we see it in history. Мы видим, что всякое освободительное движение, движение за свободу, за независимость, всякое освобождение требует пролития крови. We see through history that every point where people were redeemed from slavery, there was bloodshed. И общество почитает своих героев, которые проливали кровь свою за свободу своих детей, своих потомков, своего народа. And nations remember the heroes who redeemed their families, their nation. Например, в Америке мы будем праздновать День независимости, это 4 July, 4 июля. For example, we celebrate Independence Day, it's July 4th. Между прочим, в Мексике Cinco de Mayo, это послезавтра будет праздник независимости Мексики. And the day after tomorrow, Mexico is going to be celebrating their Independence Day. Друзья мои, без пролития крови не бывает прощения, не бывает освобождения. Dear friends, without the shedding of blood, there is no forgiveness for sin. И в случае с евреями, вот посмотрите, в случае с евреями Господь просил, потом уговаривал, потом наказывал, посылал казни, запугивал, ничего не помогло. And in the case of the Hebrews, God first asked, then he commanded, then he sent plagues, and still Pharaoh would not listen. Египтяне, фараон, они отказывались отпускать евреев. The Egyptians under the rule of Pharaoh refused to let the Israelites go. Свобода не дается даром, за свободу проливают кровь. Freedom isn't gifted, it is received through bloodshed. Почему? Потому что возмездие за грех — смерть. Why? Because for all sin, the wages of sin is death. И все мы, друзья мои, мы заслужили смерти. And all of us, we earn death. И единственная наша свобода, единственная моя надежда — это Иисус Христос, который пролил кровь свою за мою свободу. And our only hope for freedom is the redemption that comes from the blood of Christ. В случае противостояния евреев с египтянами, вот эта вот ситуация, которую я рассказываю, это Исход 12 глава. And in this story between the Israelites and Egyptians, it's written in Exodus chapter 12. Господь посылает ангела-губителя, ангела, который восстанавливает справедливость. God sends an angel who fulfills justice. И этот ангел входил в домы и поражал первенцев в доме фараона, от фараона, в домах египтян, от фараона до скота. And this angel of death came and took the firstborn of every Egyptian from Pharaoh to the lowest. И не было в Египте дома, где Господь не установил бы свою справедливость. And there was not a single home in Egypt where God did not carry out justice. В свое время египтяне очень много убивали младенцев в израильском народе. In their time, Egyptians killed many firstborns of the Israelite nation. И теперь через смерть первенцев Господь восстанавливает справедливость в обществе. And now God was carrying out justice through the death of the Egyptians' firstborns. Потому что возмездие за грех — смерть. Because for the wages of sin is death. Друзья мои, но евреи в своем естестве, все мы как люди в своем естестве, мы ничем не лучше, чем тех египтян, и они не были лучше египтян. And the Israelites, just as us, we are not better than the Egyptians. Так говорит Писание, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили, и я в том числе, и евреи в том числе согрешили и лишены славы Божьей. That's what Scripture tells us in Romans 3. Everyone has sinned, and we all fall short of God's standard. Для подтверждения этого вы можете вспомнить, что тот же самый сын Иакова, Иосиф, он как раз придумал, как поработить народы. Сын Иосифа, Иаков, это он придумал вот эту вот возможность, как поработить народ, как сделать народы рабами. And if we look even at the son of Jacob, Joseph was the one who figured out a way to make nations a slave to Egypt. И когда вот этот ангел-губитель должен идти по земле. And so now, as this angel of death is given the command to walk across the earth. И ему встречается дом египтянина, дом еврея, другие дома. Он должен войти в каждый из этих домов и восстановить справедливость Господню. He is tasked with carrying out justice, and it doesn't matter whether it's an Egyptian home or an Israelite home.
Он должен поразить первенца в каждом доме, в который он войдет. His command is to kill every firstborn of the home he walks into. Но в том доме, где уже есть смерть, он туда входить не будет. But in a home where there already is death, he will not walk in. Поэтому Господь повелевает евреям, что вместо вас пусть умрет агнец. And so God commands Israel, instead, in the place of your firstborn, lamb should die. И кровью этого агнца помажьте косяки входных дверей вашего дома. And take the blood of this lamb that you slay and put it on the door frame of your door. И когда ангел-губитель будет проходить, он увидит, что в этом доме уже есть смерть, и он пройдет мимо вашего дома. When the angel of death walks through the nation, he will see the blood on your door and say, "There is already death here." Ему туда уже входить не надо, там уже оплачена цена, там справедливость восстановлена, кто-то умер там уже. And so his authority to carry out justice is taken away because death was already fulfilled in that home. Агнец, вот этот ягненок своей смертью взял на себя грехи и пороки жителей того или другого дома. This lamb took upon itself the sin and wretchedness of that home. Восстановление справедливости через смерть Агнца послужило освобождению евреев из рабства. And this reconciliation through the sacrificial lamb, it allowed the Israelites to leave slavery. Смерть вот этого ягненка стала заместительной жертвой, которая удовлетворила восстанавливающего справедливость. The death of this little lamb counted as a worthy sacrifice to redeem their firstborn and free the Israelites. Агнец стал спасением, защитой и свободой для евреев. The lamb became the defense, shield, and redemption of the Israelites. Вот Агнец Божий. Который берет на себя все грехи всего мира. Who takes upon himself the sin of the world. Иоанн Креститель, когда увидел Иисуса, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». In John 1:29, John said when he saw Jesus, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Исаия 53 главе говорит такие слова: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». In Isaiah 53, we read that it was our weaknesses he carried and our sorrows that weighed him down, and we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his sins. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. But he was pierced for our transgressions, crushed for our sins. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание. И как агнец пристригущими его безгласен. And he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Иисус Христос стал тем агнцем, который пролил свою кровь ради тебя и меня, ради моего и твоего спасения, ради твоего и моего освобождения, мира твоего. Jesus Christ became the lamb that was slain for your redemption, for your reconciliation, and for you to be able to have peace with God. Где-то еще в начале я говорил о том, что у евреев не было в то время никаких сил для того, чтобы совершить свое освобождение. Earlier I mentioned that the Israelites lacked the power to redeem themselves. И Господь вступился за них. And God stepped in for them. Точно так и в духовном мире у человечества не было никаких ресурсов, чтобы освободить себя от доминирования или рабства греха в своей жизни. And in the same world, there is nothing that we can do to redeem ourselves from the power of sin over us. Поэтому Господь вступился за свое творение. So God stepped in for his creation. Если крови невинных агнцев, if the blood of an innocent lamb, было достаточно, чтобы освободить евреев от рабства физического, из рабства египетского, was enough to redeem the Israelites from physical slavery to Egyptians.
Если крови героев каких-то достаточно может быть для того, чтобы какие-то государства или нации получали какие-то свободы политические. If the blood of some heroes were enough to redeem a nation to have independence. То этого, друзья мои, недостаточно для того, чтобы освободить человечество из духовного рабства. But it is not enough to redeem people from spiritual slavery. Крови вот этих вот вещей недостаточно для того, чтобы освободить человечество от доминирования греха в обществе, в семье, освободить человека от греховной натуры. All the blood of different people or lambs, it's not enough to redeem us from the power of sin and our sinful nature. Поэтому Писание говорит. So Scripture says. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Says when Christ came into the world, he said to God, "You did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer." Евреям 10 глава с 5 стиха там я еще раз повторю: посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Once again, I'll read in Hebrews 10, verse 5. That is why when Christ came into the world, he said to God, "You did not want animals or animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer." Христос стал той заместительной жертвой, который освободил тебя и меня от зависимости от рабства греха. Christ became a worthy sacrifice to redeem you and me from sin. Иисус Христос пролил свою кровь вместо меня. Jesus Christ spilled his own blood instead of mine. Иисус Христос пришел в этот мир с единственной целью, чтобы умереть за духовную свободу человека и человечества. Jesus Christ came to earth with the singular goal to die so that he could redeem humanity. И эта свобода совершилась на кресте Голгофе. And this freedom that we received, it was carried out and given to us on the cross. И, друзья мои, сегодня я живу в христианской свободе. And now, dear friends, I live in Christian freedom. В свободе всякой зависимости от дьявола. Freedom from all bondage from the devil. У меня уже нету этого страха больше в моей жизни, как у той женщины. Я не боюсь, потому что Господь умер за меня. I no longer have this fear that can be compared to the woman I mentioned earlier, because I have peace with God. Я не живу в страхе закона, потому что Господь умер за меня. I don't live in fear of the law because God himself died for me. Я не имею страха перед дьяволом, потому что Господь победил, он умер за меня. I don't have fear of the devil because Jesus beat him and died for me. И сегодня я имею дерзновение приходить к Богу Святому, потому что Господь умер за меня. And now I have the boldness to come before God because Jesus died for me. Иисус умер за меня. Jesus died for me. Друзья мои, мы говорили о том, что народы помнят своих героев. We mentioned that nations remember their heroes. Мы также помним нашего Господа и чтим нашего героя. We also remember our hero, our supreme hero, and that is Jesus. Служение причастия, которое мы видим сегодня перед собой, перед которым мы предстоим. And as we take part in communion, which you see before us and we'll do today. Это и есть служение памяти жертвы крови Голгофы Иисуса Христа. This is a service that serves as a memorial to the blood that was spilled by Christ. Апостол Павел говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Apostle Paul says in 1 Corinthians 11:26 that every time we eat this bread and drink this cup, we are announcing the Lord's death. И апостол Павел говорит, чтобы вот эту вот смерть Господню мы через участие в этом причастии, апостол Павел говорит, чтобы мы делали это до конца, до того времени, когда Он придет. And Paul tells us in the same scripture that we ought to carry out this communion all the way till the end, until He returns. Мы участвуя в этом служении, мы провозглашаем жертву Иисуса Христа. And by taking part in communion, we declare the sacrifice of Jesus Christ. Мы проповедуем Иисуса Христа. We preach Christ. Мы проповедуем о том, что нет другого имени под небом, которым можно бы спастись, только Иисус Христос. We preach that there's no other name by which you can be saved except Jesus Christ. Мы превозносим Его имя. We exalt His name. Мы чтим Его имя. Мы чтим Его подвиг. We honor Him. Потому что Иисус Христос совершил наше спасение на кресте Голгофском. Because Jesus Christ carried out our salvation on the cross. История освобождения израильского народа из рабства – это прообраз освобождения человека из рабства греха. The story of the Israelites being redeemed from Egypt is a picture of the story of our redemption from sin. И эта история говорит нам и дает нам понимание многих аспектов того, как мы должны чтить нашего Господа. And this story gives us
another perspective that allows us to honor the sacrifice of Christ. Поэтому будет очень хорошо, если мы с вами обратимся к этой 12 главе Исход. And so there is power for us to look into the book of Exodus chapter 12. Я советую всем нам, если у вас есть возможность, почитайте этот текст, 12 глава Исход. Это где-то, если у вас Библии с собой, где-то 70-я страница. And I recommend to any of you to make the opportunity and read Exodus chapter 12. Я буду читать выборочно некоторые места. I will read a few verses throughout this chapter. Первый и второй стих. First and second verse. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас начало месяцем, первым да будет он у вас между месяцами года». The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year." Господь говорит евреям. God said to the Israelites, "День твоего освобождения он должен быть памятным днем. Это первый день в твоей жизни должен быть." The day of your salvation should be commemorative. You should remember it. Через это слово Господь говорит тебе и мне: день твоего покаяния, день твоего освобождения от греха, он должен быть самым знаменательным днем в твоей жизни, намного больше, чем день рождения. Through this scripture, God is declaring that the day of your redemption ought to be the most important day of your life, even more celebrated than your birthday. Этот день должен быть праздником в твоей жизни. It ought to be a holiday in your life. Помни этот день. Remember this day. И помни, кто совершил твое спасение. And remember who fulfilled your salvation. В третьем стихе там написано так. It's written. Скажи всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month each man is to take a lamb for his family, one for each household. Возьмут себе каждый. One for each household. Возьми в свою жизнь. Take in your life. Спасение Иисуса Христа. The salvation of Jesus Christ. Если где-то там, находясь у твоего экрана, ты еще знаешь, что ты не принял Господа в твою жизнь, здесь Писание говорит: возьми Иисуса Христа в твою жизнь. If right now, standing in front of your screen, you realize you are not redeemed, take the Lamb of God. Прими его в свое сердце. And accept him into your heart. Покайся пред Господом. Repent before God. Разреши этой крови Иисуса Христа совершить свободу в твоей жизни. Allow the blood of Christ to give you freedom in your life. Так говорит Писание: ты должен взять, не кто-то тебе другой должен дать, ты возьми его сам, прими его в твое сердце. That's what scripture says, is that everyone is to take a lamb for himself, not someone else doing it for you. А Иисус Христос где-то совсем рядом, он говорит: все стою у двери и стучу. And now Jesus is standing at the door. He says, "I'm knocking." И кто откроет эту дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Who will open the door for me? If someone opens it, I will walk in and spend time with them. Седьмой стих там говорит так: и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. In verse 7, then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Возьми вот эту кровь Иисуса Христа, ухватись за нее. Take the blood of Jesus Christ. Take Дорогой hold мой брат of it. И сестра, ухватись за эту кровь Иисуса My Христа. My dear brother and sister, take hold of this blood. В связи с постановлением вечного суда я должен умереть. Друзья мои, это не просто гипотетически. Я должен умереть. The wages of sin is death. This is not just a hypothetical. I sinned, so I should die. Смерть вторая — это не что-то такое где-то далекое. Смерть вторая — это муки вечного ада. And this death that comes through sin, it's not just something that comes. It's something that is painful and it is in hell. Ухватись за кровь Иисуса Христа, и в нем твоя свобода, в нем твое освобождение. Take the blood of Christ. In it is your redemption. 12 стих. Verse 12. И я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И 13 стих. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Verse 12 and 13. On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt.
Вот эта кровь Иисуса Христа, это моя единственная надежда, братья и сестры. This blood of Jesus Christ, it's my only hope, my dear friends. И если кто-то где-то еще, ну, обманывается себя, каким-то образом сам себя еще успокаивает или утверждает, что мне не надо Иисус Христос, не обманывайтесь, единственная надежда твоя и моя. У меня лично нет другой надежды. And someone may be trying to convince myself, oh, I can figure out some other way, I can be a good person. You're lying to yourself. It is only the blood of Christ that can redeem you. Я точно знаю, что без Иисуса Христа я просто несостоятельный. Я не могу предстать пред Бога. The truth is that without Christ, I am in sin. Поэтому я верю, что если Иисус Христос пролил свою кровь ради меня, то с ним он дарует мне и спасение. And so I believe that if Christ would spill his blood for me, through it he is gifting me salvation. Иисус Христос дарует мне освобождение от всякого страха, от всякого беспокойства, от всякого немира в моем сердце. And through this, Christ is giving me freedom, and I can have peace in my heart. И дарует мне в мое сердце мир и покой. Тот покой, который в нем может быть только. And he gives to me a peace in my heart that only he can give. 14 стих. Verse 14. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу, во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. This is a day for you to commemorate. For the generations to come, you shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. Празднуйте праздник Господу во все роды ваши. Celebrate to the Lord in all generations. Как установление вечное. This is a lasting ordinance. 24 стих. Verse 23. Храните сие как закон для себя и для сынов ваших вовеки. Verse 24, rather. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. When you enter the land that the Lord will give you as He promised, observe this ceremony. И когда скажут вам дети ваши, это 26 стих, когда скажут вам дети ваши, что это за служение? And 26 says, when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Скажите, это пасхальная жертва Господу. Then tell them, it is the Passover sacrifice to the Lord. Который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте. Who passed over the houses of the Israelites in Egypt. И не поразил евреев. And spared our homes. Вот это служение, которое стоит перед нами, это Пасха нашему Господу. This communion we take part in, it's the Passover to our Lord. Когда своей собственной кровью он искупил меня, он освободил меня от наказания греха. When through his own blood he redeemed me from the power of sin. Друзья, дорогой друг и брат или сестра, празднуй этот день твоей жизни. My dear friend, whether brother and sister, commemorate and celebrate this day in your life. Старайся искать этого служения, потому что в нем напоминание о твоей и моей свободе. Seek out opportunities for communion because it reminds us of our freedom. Мы с вами говорим о том, что евреи сохранили свою идентичность на протяжении многих и многих веков. Это 4000 лет. And we see over thousands of years the Israelites have preserved their identity. И я скажу вам, они сохранили свою идентичность только по одной причине. Они совершали вот это служение Пасхи ежегодно, как повелел Господь. And I want to tell you, the truth is that they preserved their identity by this one thing, holding to the tradition. И никогда никто не остановит их. And no one will stop them from celebrating this Passover. Друзья мои, если бы не причастие Господа Иисуса Христа, если бы не вечеря Господня, я бы даже не знаю, где сегодня могло бы быть христианство. If it wasn't for the blood and body that we celebrate during communion, I don't know where I would be. Вот это вот коммуния, вот это вот причастие, оно снова и снова возвращает церковь Господу Иисусу Христу. And as we take part in communion, it rejuvenates the church and restores us with God. Оно снова и снова напоминает тебе и мне, что нет другого имени под небом, которым надлежало, в котором мы можем спастись. It reminds us again and again that there is no other name by which we are saved. Оно снова и снова напоминает тебе и мне о том, что твоя надежда, твое спасение, твое освобождение от греха — это есть Иисус Христос. It reminds us over and over that our only hope and opportunity for salvation is Jesus Christ. Господь сказал, что участвуя в этом служении, через апостола Павла, что участвуя в этом служении, мы проповедуем смерть Иисуса Христа. And apostle Paul says that when we take part in communion, we declare the death of Jesus Christ. К сожалению, сегодня многие отменяют причастие по каким-то причинам. Unfortunately, there's many people that are canceling communion or postponing it. Друзья, принимая участие в причастии, мы проповедуем
смерти Иисуса Христа и Его победу на кресте Голгофском. Dear friends, when we take part in communion, we declare the death of Jesus Christ and His resurrection. Воздерживаясь от участия, отменяя причастие, мы проповедуем смерть от коронавируса. If we are not taking communion, then we say that we have accepted death through the coronavirus. Но я верю, что смерть Иисуса Христа, она сильнее. Она дарует мне свободу от победы всякого вируса в моей жизни. But I believe that the blood of Jesus Christ, it gives me freedom over any virus in my life. И да благословит тебя и меня Господь в том, чтобы я принимал участие в этом причастии Господне. And may God bless you and I that we can take part in communion always. Чтобы в своей жизни, участвуя в этом служении, мы проповедовали смерть Иисуса Христа как можно больше и сильнее. And that in our lives we would declare the death of Jesus Christ more and more. Участвуя в причастии, я вспоминаю моего Господа. Taking part in communion, I remember my God. Я провозглашаю Его победу. I declare His victory. Я благодарю моего Господа за Его благодать. I thank my God for His grace. Я провозглашаю, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы мне спастись. I declare there's no other name by which I can be saved. Я провозглашаю, что Иисус есть единственная моя надежда. I declare that Jesus is my only hope. Иисус есть путь и истина и жизнь, и нет другого под этим небом. Jesus is the way, the truth, and the life, and there is no other way under heaven. Друзья мои, да благословит тебя и меня Господь там, где ты находишься. Friends, may God bless you and I wherever we are. Чтобы я имел вот это вот желание иметь участие в теле и в крови Господней. That we would have the desire to take part in the blood and body of Jesus Christ. Чтобы этим участием в этом служении я чтил имя Господа. And that by taking part in communion we would honor the name of Jesus. И чтобы мы приближались к этому служению, понимая, что это святыня Господня, это кровь Иисуса Христа, которую пролил за меня Он. And that as we approach communion we would understand that this is His own body and blood that He spilled for us. Да благословит нас в этом Господь. And may God bless us in this. Сейчас я приглашаю всех тех, где мы находимся, чтобы мы поднялись для молитвы. And I want to invite everywhere where you are to rise up for prayer. И мы будем молиться. And we're going to pray. В предстоянии пред причастием. Standing before communion. В нашей молитве мы почтим Сына. In our prayer we will honor the Son. Мы почтим Его жертву. We'll honor His sacrifice. Мы почтим Его пролитую кровь за твою и мою свободу. His spilled blood for your and my salvation. Мы почтим Его победу. We'll honor His victory. Господь, велик наш Бог, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, потому что Ты тот, который совершил мою победу на кресте Голгофском. Господь, было много в мире этом людей, философов, лидеров, Господь, но никто из них не захотел умереть за меня, никто из них не смог бы умереть за меня, даже если бы хотел. Но Ты единственный, который мог, который захотел и который совершил это, Господь Иисус, на кресте Голгофском, Господь. Благодать Твоя, благословение Твое, Иисус, оно дается мне даром, Господь Иисус, но Ты за него очень сильно много заплатил, Господь Иисус. И я чту, Господь, Твою жертву, я почитаю, Господь Иисус, Тебя, я почитаю кровь Твою, которую за святыню, которую Ты проливал за меня, Господь Иисус. Благослови всех моих братьев и сестер, благослови это служение, чтобы мы приближали к себе больше и больше, сильнее и сильнее, чтобы участие в этом служении, оно делало нас лучше. Благословение, чтобы мы становились святыми для Тебя, Господи Боже, чтобы мы становились этими образцами для тех, кто рядом с нами, и участием в этой жертве, Господи Иисус, мы были свидетелем в этом мире, Господь. Благослови всех нас, благослови всех нас, Господи Иисус, Тебя я славлю и величаю, потому что Ты достоин, Господи Иисус, Ты достоин. Аминь.